Всем привет, с вами Джайка. В одном из недавних выпусков рубрики «Обзоры плагинов» я рассматривал плагин под названием Executable Items. Это плагин, который позволяет создавать интересные кастомные вещи на вашем сервере. И сегодня, по просьбам некоторых зрителей, я решил записать полноценный видео-туториал, в котором мы будем создавать несколько кастомных вещей для вашего сервера. Что мы будем делать? Мы создадим три интересные, уникальные вещи. К слову, если вы помните плагин Executable Items, он представлен в двух версиях – бесплатная и премиум. Я буду показывать именно на примере бесплатной версии. Итак, первый предмет — это своего рода руна. При удерживании в левой руке он нам будет добавлять несколько сердец. Очень-очень многие просили рассказать, как можно такое сделать. Собственно, сегодня разберемся. Следующий предмет — это посох Гефеста. При помощи него мы можем запускать огненный шар. Нечто подобное мы делали непосредственно в самом обзоре на этот плагин, однако сегодня мы это все будем делать немножко по-другому. Принципу, плюс я расскажу некоторую дополнительную информацию, которой не было в обзоре. И последний предмет, который мы сегодня будем делать, это посох Зевса. При помощи него мы можем бить молнией всех мобов в определенном радиусе. Давайте, к примеру, посмотрим, как это выглядит. Берем посох, активируем, и всех мобов в радиусе 15 блоков нас бьет молния, после чего они поджигаются. Собственно, выглядит достаточно эффектно. Как это все можно сделать при помощи плагина Executable Items, давайте смотреть. Перед тем, как мы начнем, хочу представить спонсора сегодняшнего видео. Borealis.su – это игровой проект с большим разнообразием серверов с модами, где абсолютно каждый найдет то, что ему понравится. Хай-теч с кучей технических модов, пиксельмон самой последней версии, скайблок сервера с модами, где вам предстоит развиваться на летающих островах, и куча других интересностей вас ожидает на сервере Borealis. Также на сервере присутствуют кейсы и сбалансированные донат-привилегии, если вам захочется чего-то большего. Ссылка на сайт проекта будет в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь, скачивайте лаунчер и развлекайтесь. Спасибо за внимание, переходим к теме сегодняшнего видео. В первую очередь, что нам понадобится? Нам понадобится непосредственно сам плагин Executable Items, а также дополнение S-Core, которое скачивается вместе с этим плагином. Это я демонстрировал в самом обзоре. Без этого дополнения S-Core плагин Executable Items работать у нас не будет, поэтому обратите на это внимание. Создавать эти предметы мы будем в игре при помощи довольно удобного редактора в плагине Executable Items. Давайте начнем с создания амулета жизни, или точнее вот этой руны здоровья. Честно говоря, я не сильно знаком с тематикой вот этих рун, поэтому могу чего-то не знать. Однако принцип, по которому это все работает, я продемонстрировать смогу. Поначалу давайте возьмем предмет, который у нас будет выступать в качестве вот этой руны. Давайте это будет как в примере, это будет красный краситель. Берем его в руку, после чего прописываем команду EI, то есть Executable Items, Create, и придумываем название. Напишем, допустим, Life амулет, если это так вообще пишется. И у нас открывается редактор нашей вещи. Итак, на что стоит обратить внимание при создании вещи? Начнем с визуала, то есть как наш предмет будет визуально выглядеть. Эта настройка проводится вот в этом главном меню, которое у нас открывается. Поначалу добавим параметр glow, он добавляет некое свечение. Хорошо, какие параметры еще нас интересуют? Также давайте мы скроем отображение разных параметров: отображение зачарований, отображение неразрушимости и отображение атрибутов. Если вы добавите к этому предмету какие-то зачарования и у вас этот параметр установлен на true, то эти зачарования не будут показываться при наведении на этот предмет. Таким образом, мы избавляемся от лишних строчек, которые мы видеть не должны. Также нам желательно перейти в такой раздел, как Item Restriction. Здесь мы можем настроить определенные предотвращения. Допустим, если вы не хотите, чтобы эту руну можно было дропать, вы можете здесь установить true. Но все-таки я предпочитаю оставить false. Давайте запретим использовать эту руну в крафте. Для этого в cancel craft поставим true. Также запретим хранить эту вещь в печке. Запретим этот предмет использовать при зачарованиях. Ну, мало ли. Также вы можете запретить ставить этот предмет в item frame, то есть в рамку. Давайте это также сделаем. Хорошо, когда мы внесли определенные изменения, мы нажимаем save. И сейчас мы перейдем непосредственно к созданию самого эффекта, так скажем, который
который нам будет выдаваться при удерживании вот этой руны. Для этого мы переходим в такой раздел, как атрибуты. К слову, хочу сказать, что создание вот таких вот довольно простых рун, оно возможно даже и без плагина Executable Items. То есть в Майнкрафте предусмотрена такая вещь, как атрибуты. И при помощи специального генератора команды give, вы можете даже без лишних плагинов, чисто в ванильном Майнкрафте, вы можете создать такую же вещь. Но я буду показывать, как это делается именно в плагине Executable Items. Значит, мы зашли в раздел с атрибутами, нажимаем новый атрибут. И здесь, собственно, его настраиваем. Что мы хотим делать? Допустим, при удерживании этого предмета у нас будет добавляться здоровье. Для этого мы установим атрибут Generic Max Health. Именно этот атрибут отвечает за то, чтобы нам добавлялись несколько сердец. Хорошо, следующий параметр, который мы здесь редактируем, это amount. В amount мы устанавливаем, сколько сердец, сколько хп мы будем добавлять. Давайте поставим 6. 6 хп это 3 сердца. В каком слоте игрок должен удерживать данную вещь для того, чтобы она выдавала ему вот это здоровье? Давайте поставим off hand. Это левая рука. Когда игрок будет держать этот предмет в левой руке, ему будут добавляться дополнительные сердца. Отлично. Вроде всю настройку мы провели, ничего не упустили. В общем, нажимаем create this attribute. И у нас создан наш атрибут. Нажимаем обратно, сохраняем этот предмет. И для того, чтобы выдать его в инвентарь, мы зажимаем Shift и правую клавишу мышки. И этот уникальный предмет выдается нам в инвентарь. Давайте его проверим. Поначалу я выброшу вот этот обычный красный краситель. Теперь перейдем в режим выживания и посмотрим. Когда мы удерживаем этот предмет в правой руке, ничего не происходит. Но как только мы берем его в левую руку, у нас появляются дополнительные 3 сердца. Дополнительные 6 хп, как мы и указали. Как только мы убираем этот предмет с левой руки, они пропадают. Вот таким образом это довольно просто делается. К слову, вы можете создавать несколько атрибутов для одной вещи. Давайте пропишем EI Show для того, чтобы открыть меню с нашими уникальными кастомными вещами, которые мы создали при помощи этого плагина. Нажимаем на нашу руну здоровья, как я ее прозвал. Переходим в раздел с атрибутами. И здесь, помимо вот этого атрибута первого, который мы создали, мы можем добавить еще один атрибут. И, допустим, он у нас будет добавлять скорость передвижения. Для этого выбираем такой параметр, как Generic Movement Speed. Именно этот параметр нам позволит быстрее бегать. Также мы изменяем Amount. Я советую здесь не ставить большие числа с вот этим атрибутом, поскольку если мы сейчас вот так и оставим один, то мы будем очень быстро перемещаться. Советую поставить здесь, ну, где-то 0.3-0.2, примерно вот так. Иначе это будет очень быстро. И слот. Давайте, когда мы будем держать этот предмет в правой руке, он у нас будет добавлять скорость передвижения. Когда мы будем держать предмет в левой руке, он будет добавлять нам 3 хп. Хорошо, для этого атрибута скорости мы тогда оставляем слот hand. И в принципе все, нажимаем create this attribute. И у нас есть два атрибута. Один у нас при удержании в левой руке генерирует здоровье. Другой при удержании в правой руке добавляет скорость передвижения. Отлично, возвращаемся обратно, нажимаем save и выдаем этот предмет. Посмотрим. Итак, как вы можете видеть, сейчас я держу этот предмет в правой руке, и я стал гораздо быстрее перемещаться. Если бы мы оставили эту скорость передвижения на 1, то это было бы очень быстро, и возможно у вас бы даже на серии ругался античит, подумал бы, что игроки используют читы. А теперь давайте возьмем этот предмет в левую руку, и теперь у нас пропал эффект скорости, точнее не эффект скорости, а пропала наша скорость передвижения, но появились 3 дополнительные сердца. Берем опять в правую руку и опять можем быстро бегать. Вот таким вот образом это все выглядит. Также довольно важный момент, который вас может интересовать. Где настроить вид самого предмета при наведении? Вы можете это сделать непосредственно в самой менюшке. Здесь есть такие параметры, как lore, то есть описание, и display name, которые будут отображаться при наведении на этот предмет. Но я предпочитаю это делать немножко другим способом. Переходим в папку с плагинами, executable items, папка items, и здесь появился наш life амулет, наша руна здоровья. Давайте ее откроем. И у нас открывается файл конфигурации нашей вещи, где есть наши атрибуты, которые мы прямо здесь можем редактировать, разные параметры, которые мы задали для этого предмета, они здесь есть. То есть помимо того, что вы можете редактировать предмет в игре, вы можете просто это все делать в файле конфигурации. И здесь есть такие параметры, как name и lore, где вы можете ввести название и описание этой вещи, которые будут отображаться при наведении на нее. Давайте name это будет амулет
жизни. Возьмем еще какой-то интересный символ. Ссылка на вот этот сайт будет в описании. Я уже однажды оставлял. Поставим вот такие вот штуки. Лор — это описание, подобно тому, как это реализовано в других плагинах. Мы можем здесь сделать несколько строк вот таким вот образом и написать, что вас интересует. Давайте сделаем какой-то параметр, допустим, уникальность. Точнее, показатель. И при помощи каких-то звездочек, где-то я их видел, вот, покажем, насколько уникальный этот предмет. Допустим, 3 звезды. Что этот предмет делает? Давайте напишем. Добавляет 3 сердца. Сохраняем этот файл конфигурации нашей руны. В игре вводим команду slash EI reload, перезагружаем плагин executable items. Вводим команду EI show для того, чтобы открыть меню с нашими предметами. Получим ее в инвентарь, shift и правая клавиша мышки. И теперь мы здесь видим наше описание, наше название, которое мы указали в конфиге. И да, конечно же, у нас все работает, дополнительные 3 сердца у нас появляются. При удержании в правой руке мы можем быстро перемещаться, в принципе, достаточно интересно. Переходим к созданию следующей вещи. Это у нас будет посох Гефеста, который будет стрелять огненными шарами, то есть фаерболом. И давайте он будет в виде вот этого стержня ифрита. Вводим команду EI create, допустим, Gefest Staff, посох Гефеста. У нас открывается меню конфигурации. Сделаем свечение для этого посоха, чтобы оно переливалось цветом. Заходим в раздел Item Request. Запретим, допустим, дропать этот предмет, запретим его использовать в крафте, запретим его хранить в печке где-нибудь. После того, как мы здесь провели настройку, нажимаем Save. Также нам нужно установить количество использований. Если вы хотите, чтобы предмет имел ограниченное количество вот этих запусков фаербола, то в параметре Usage мы устанавливаем количество. Я, допустим, установлю 50. 50 раз можно будет запустить фаербол, после этого данный предмет у нас просто будет уничтожен. Он просто пропадет из инвентаря игрока. Также давайте спрячем разное зачарование, спрячем неразрушимость, различные атрибуты, лишнюю информацию, чтобы она нам просто не выводилась вот здесь при наведении на этот предмет. И теперь перемещаемся в раздел с активаторами. Активаторы — это, напомню, своего рода триггеры, которые срабатывают при определенных условиях. Создаем новый активатор, и здесь нам нужно выставить опцию, когда этот активатор будет срабатывать. Он у нас будет срабатывать при player right click, при нажатии на правую клавишу мышки. Установим cooldown, допустим, раз в 3 секунды можно будет запускать вот этот fireball. Также у нас есть куча других параметров, на которых в сегодняшнем туториале я зацикливаться не буду, поскольку сегодня они нам не нужны. Но о них я рассказывал в непосредственно самом обзоре. Установим параметры display cooldown message для того, чтобы мы видели сообщение о cooldown, о задержке. Хорошо, и самое важное — это commands. Что будет происходить при нажатии на правую клавишу мышки? Нажимаем на commands. И здесь у нас в чате высвечивается своего рода меню, в котором показаны различные команды, которые могут выполняться. Для того, чтобы запустить фаербол, либо какой-то другой предмет, допустим, голову скелета из сушителя, нам понадобится команда launch. Она выглядит следующим образом. И в первом параметре у нас задается тип снаряда, что это должно запускаться. А второй параметр — это угол вращения по Y. В принципе, второй параметр не обязательно к установке. Нам, в принципе, хватит первого параметра. Мы могли бы ввести прям как и в туториале launch fireball, и таким образом мы бы смогли уже запускать fireball. Но мы сделаем это немножко другим способом. Если мы перейдем в папку с плагинами, перейдем в папку score, это дополнение к executable items, мы увидим здесь папочку projectiles. Это типы снарядов, и здесь у нас есть разные снаряды: яйца, стрелы, тризубцы, головы, визера и тому подобное. Что самое главное, все эти снаряды мы можем настраивать, то есть мы можем настраивать скорость их полета, количество различных партиклов, которые появляются, и многое другое. Это достаточно интересно. Нас интересует Fireball 1. То есть это своего рода получается уже кастомный снаряд, который мы можем редактировать. Итак, тип этого снаряда у нас Fireball. И здесь есть разные параметры. Например, вы можете выводить какое-то название над огненным шаром. То есть когда он будет лететь над самим фаерболом, будет высвечиваться вот это название. Но я предпочитаю это отключать, поскольку это название достаточно незаметно в полете. Также мы можем поставить glowing. Это своего рода подсвечивание. В принципе, выглядит достаточно интересно. И также мы можем отредактировать скорость полета. По умолчанию здесь будет
1 – это обычная скорость полета фаербола. Это достаточно медленно. Если вы хотите быстрее, вы можете установить, допустим, 1.5. Также мы вместе с нашим фаерболом можем еще и настроить какие-то частицы, которые будут вокруг него появляться. Вот здесь нам нужно раскомментировать вот эту строку, забрать вот этот хэштег. И таким образом, когда у нас будет лететь шар, мы будем видеть еще интересные частички flame. Это огонь. И здесь мы можем настроить количество этих частиц, их скорость и тому подобное. То есть, по сути, мы сейчас настраиваем сам снаряд. И это достаточно прикольно. Давайте сохраним этот файл Fireball 1. Также нам нужно в консоли ввести S-Core Reload. Для того, чтобы перезагрузить вот это дополнение, в котором мы как раз таки вносили вот эти все изменения. И теперь в игре нам нужно ввести название вот этого снаряда. Что мы делаем? Мы просто берем и копируем вот это название Fireball 1 и вставляем его вот в эту команду. Launch Fireball 1. Таким образом у нас здесь уже появляется наша команда. И мы сейчас будем запускать, можно сказать, наш кастомный снаряд. Нажимаем кнопку Finish. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Нажимаем Create this Activator. Создаем этот активатор, возвращаемся обратно, опять нажимаем Save. Давайте получим этот предмет. Итак, лишнее я выброшу и посмотрим, как он у нас работает. Мы сразу же видим, сколько у нас осталось использований. По умолчанию будет здесь строчка на английском, это я ее уже перевел. Это все переводится в файлах со строками. Хорошо, давайте запустим этот Fireball, посмотрим. И мы видим, что выглядит это достаточно эффектно. Давайте сделаем ночь. Я не знаю, как у меня сейчас FPS будет вместе с этими шейдерами, однако мне интересно посмотреть. Давайте запустим этот Fireball. И мы видим, блин, выглядит достаточно эффектно, однако слишком много частиц. Переходим в папку S-Core, Projectiles, находим здесь наш снаряд Fireball 1, который мы редактировали. И вот здесь Particles Amount, давайте поставим, допустим, 25, поскольку их слишком много, у меня аж проседает FPS. И скорость полета можем поставить чуть помедленнее, допустим. Сохраняем это все дело, в консоли вводим команду S-Core Reload, перезагружаем наше дополнение S-Core, в котором мы только что вносили изменения. И посмотрим, как это у нас выглядит. Вот, частиц уже меньше и выглядит это уже получше, но тем не менее все так же эффектно. Помимо этого мы можем добавить еще какие-то частицы вокруг самого игрока, который запускает вот этот фаербол для большего эффекта, если вам, конечно, это нужно. Так, я не могу выбросить этот предмет, поскольку я запретил его дроп, забыл об этом. Ну, в общем-то, вы зато можете наблюдать, что это действительно работает. Хорошо, давайте я попробую вот так вот очистить инвентарь. Вводим команду EI Show, попадаем в нашу менюшку с нашими вещами, переходим к настройке нашего посоха Гефеста, переходим в раздел с активаторами, активатор 1, нажимаем на кнопку команды, здесь у нас есть наша команда запуска фаербола, мы к ней добавим еще одну команду, добавим команду Particle. Она выглядит следующим образом. Particle, первый параметр это тип партикла. Ссылка на все доступные названия партиклов будет в описании. Я возьму вот этот же flame, такой себе огонь. Вы можете здесь ввести что-нибудь другое. Quantity это, если я не ошибаюсь, количество частиц. Давайте поставим их не сильно много, допустим 100, этого будет с головой. Offset поставим 1 и скорость давайте 0.3, допустим. Нажимаем Enter и у нас к нашей команде запуска фаербола добавляется еще одна команда. Отлично, нажимаем Finish, нажимаем Save this Activator, обратно, Save, получим опять этот посох и посмотрим, появится ли теперь вокруг нас частицы при запуске вот этого фаербола. И да, вокруг нас появляются вот такие интересные частички. К слову, кулдаун у нас также работает. Если вы помните, мы устанавливали, что запуск фаербола возможен только раз в 3 секунды. Как видим, у нас есть сообщение о задержке, и мы не можем отправлять вот этот фаербол чаще, чем раз в 3 секунды. По умолчанию у вас опять-таки сообщения будут на английском, это я уже немножечко просто перевел. Хорошо, двигаемся дальше, и последнее, что мы будем сегодня создавать, это посох Зевса, посох, при помощи которого мы будем бить мобов молнией. Как это выглядит? Давайте возьмем какой-то предмет, который у нас будет в качестве этого посоха, это может быть в принципе что угодно, но чисто для красоты давайте возьмем, допустим, лопату. Держим ее в руке, вводим команду EI Create, все в общем-то по старинке, и допустим Зевс
став посох Зевса. У нас открывается меню конфигурации, сразу же добавляем ему Glow. Я люблю добавлять этот эффект, поскольку таким образом сразу можно будет узнать эту вещь среди других в инвентаре. Вряд ли у вас в инвентаре помимо этого посоха будет еще какая-то зачаренная золотая лопата. Usage, количество использований. Давайте установим 30, допустим, 30 раз можно будет использовать этот посох. Давайте спрячем атрибуты. Вот, к слову, сейчас можете наблюдать, что мы здесь видим атрибуты самой лопаты. Если мы их спрячем, то они уже не будут отображаться. Ну, сейчас они пока что не пропали, однако после того, как мы все сохраним, все войдет в силу. Хорошо, спрячем также, давайте. Неразрушимость, сделаем этот предмет неразрушимым. Unbreakable true. И спрячем это неразрушимость, чтобы мы не видели соответствующие надписи. Атрибуты мы не трогаем, в принципе здесь плюс-минус мы все настроили. Items restriction, советую вам настраивать вот этот раздел, это достаточно важно. Здесь есть такой параметр, как cancel tool interactions. Вот, к слову, у нас как раз таки лопата, это как бы какое-никакое орудие, и мы здесь обязательно должны установить true. Тем самым при помощи этой лопаты мы не сможем вспахивать землю, то есть у нас, можно сказать, этот ивент будет попросту блокироваться самим плагином, и мы не сможем вспахивать землю этой лопатой. Ну и также давайте я здесь запрещу использование этого предмета где-нибудь в крафте, запрещу хранение в печке и разные другие параметры, которые здесь, в принципе, каждый уже сам выставляет для себя, как считает нужным. Нажимаем Save. Отлично, теперь переходим в раздел с активаторами. Создаем новый активатор. Каким образом мы можем сделать так, чтобы мобов вокруг нас в заданном радиусе била молния? Кажется, что это достаточно сложно, однако на самом деле все просто. Поначалу давайте выберем Option Player Right Click, то есть посох у нас будет активироваться при нажатии на правую клавишу мышки. Cooldown давайте установим 5 секунд. Display Cooldown Message поставим True обязательно, чтобы мы видели эти сообщения о кулдауне. И теперь нажимаем на Commands. Итак, какие команды позволят нам бить молнией мобов? Поначалу давайте рассмотрим такую команду, как Strike Lightning. Давайте ее просто для примера добавим на этот предмет. Нажимаем Enter, добавили эту команду, нажимаем Finish, Create This Activator, обратно. Save, выдадим этот предмет и посмотрим. Сейчас, если я нажму правую клавишу мышки, то в меня ударит молния. То есть команда Strike Lightning отвечает за то, чтобы бить нас молнией. Однако нам нужно, чтобы именно мобов в определенном радиусе било молнией. Как это можно сделать? Возвращаемся обратно к настройке. Наш посох Зевса, активаторы, активатор 1, команды. Давайте удалим команду Strike Lightning. Можно это сделать при помощи вот такого вот крестика. Отлично. Нас интересует такая команда, как Mob Around. И выглядит она следующим образом. При помощи этой команды мы можем выполнять различные действия с мобами в заданном радиусе. Итак, команда mop around distance — это радиус, в котором как раз таки будут происходить какие-то действия. Поставим 15 блоков. Следующий параметр у нас отвечает за отображение специального сообщения. Если, допустим, в радиусе 15 блоков, которые мы указали, у нас не будет ни одного моба, и мы будем активировать этот посох, то у нас будет высвечиваться сообщение, что вы не задели ни одно существо. Если вы хотите, чтобы вот это сообщение выводилось, то вот в этом параметре нам нужно поставить false. И таким образом мы будем видеть вот эти сообщения, что мы никого не задели. Если вы не хотите этого, можете установить true. В следующем параметре должны быть сами команды, которые будут выполняться для мобов в радиусе 15 блоков. В данном случае это будет strike lightning. То есть для мобов в радиусе 15 блоков мы применяем какую-то из этих команд. В данном случае strike lightning, которая будет бить мобов молнией. Нажимаем enter, нажимаем finish, посмотрим, как это выглядит. Сохраняем этот активатор, обратно, save, получаем наш посох. Давайте заспавним мобов и будем смотреть, как это выглядит. Итак, активируем наш посох. И как мы можем видеть, мобов бьет молния. То есть теперь вот эта команда Strike Lightning, которая бьет молнией, она бьет уже не нас, а мобов в заданном радиусе. То есть мы выполняем эту команду уже как бы от имени мобов, можно сказать. Но важный нюанс. Вы можете видеть, что как бы да, мобов бьет молния, однако им от этого ни холодно, ни жарко. Дело в том, что сама вот эта молния, она лишь, можно сказать, визуальный муляж. То есть это своего рода эффект. Нам нужно, чтобы при этом еще и наши мобы поджигались для того, чтобы было более реалистично. Что для этого можно сделать? Переходим в меню и AI Show, настройки нашего посоха Зевса, активаторы, активатор 1, нажимаем Commands, и здесь нам нужно добавить еще одну команду Mob Around. Опять-таки мы вводим радиус 15 блоков. Следующий параметр, вот этот mood message if no entity, мы поставим
False, для того, чтобы когда мы не заденем ни одного моба, мы видели сообщение, что ни одно существо не было повреждено. И команда. Какую команду нам нужно создать для того, чтобы мобы в радиусе 15 блоков у нас подожглись? Здесь есть такая команда, как Burn, если я не ошибаюсь, однако я почему-то ее здесь не вижу. Видимо, я ее упустил. Да, действительно, я ее пропустил. Вот она, команда Burn. Выглядит она следующим образом. Нам нужно ввести Burn и количество секунд, на которое мы будем поджигать мобов. Допустим, 5 секунд. Таким образом, для мобов в радиусе 15 блоков у нас будет выполняться вот эта команда. То есть мобов в радиусе 15 блоков мы будем поджигать на 5 секунд. Нажимаем Enter. У нас добавилась наша команда. Нажимаем Finish. Сохраняем активатор. Обратно. Сохранить. Выдаем наш посох. И теперь уже, когда мы будем активировать этот посох, то в мобов мало того, что будет бить молния, так они еще и будут поджигаться, и выглядит это уже гораздо поживее. Давайте еще раз. Опа. Вот как-то вот так вот. Вот здесь одна еще осталась. Давайте. Давайте сделаем ночь, посмотрим, насколько это вообще эффектно будет выглядеть. И хоба. Опять-таки, если вы хотите настроить внешний вид этого предмета, изменить надписи и описание, для этого мы переходим в папку Executable Items, в папку Items, находим здесь наш предмет, который мы создали, в данном случае посох Зевса, и здесь мы можем редактировать название и описание, которое у нас будет отображаться. Также мы здесь можем заменять материал, то есть можем золотую лопату изменить на какую-нибудь другую. Вот так вот все достаточно просто. При этом, если у вас возникают какие-то вопросы, допустим, что делают другие команды, которые мы могли видеть, то это все вы можете увидеть в документации от разработчика. Всегда наглашаю внимание на том, что документацию посещать стоит, поскольку кто, как не разработчик плагина, знает о своем плагине больше всего. Так что ссылка на документацию также будет в описании. Надеюсь, данное видео оказалось для вас полезным. Если так, то обязательно поставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно, вы это отлично знаете. А на этом все. С вами был Джейкоб. Спасибо большое, что посмотрели. Всем удачи и всем пока.